Привет! Привет всем моим друзьям, моим подписчикам. Буквально вчера я вот эту рассаду томатов петелькой загибала и укладывала в стаканчики. Вот просто хочу показать, как они себя очень прекрасно, отлично себя чувствуют, бодрые. Никто не упал. Вот. И в том году так вот практиковала. Вот, смотрите. Видите, я вот так вот все аккуратненько тут в ящик сложила. Вот. Сама удивилась. Сегодня посмотрела. Утром прям к ним бегу. Думаю, не упала никто. Никто ли не свалился. Нет. Все бодрячком. И все вон торчком. Смотрите, все прям торчком. Вот. Так что у кого вот так подтянется, прям я даже рекомендую вот так петлей укладывать. Я даже несколько раз. Вот она... Еще, допустим, подвытянется еще. Я прям еще несколько раз. Но и была очень, конечно, корневая, хорошая система была. Это только для этого. Ну и, видите, рано посеяли. Это все-таки какой-то выход из положения, чтобы наша рассада все-таки, чтобы не пропала. Чтобы она у нас не пропала. Все, вот любой возьми, любой. Корневая система сейчас будет у них... улучшаться, будем надеяться. Вот результат меня очень даже порадовал. Вот, это было у нас вчера, сегодня у нас 18-е. Вчера было 17-е. Кстати, вот тут запишу сейчас, что это 17-го. Вот через 5 дней пролью гуматом калия. Вот этим гуматом калия пролью. Это у меня бутылка с того года. Я пользуюсь ей. Вот. Это гумат калий, это не химия. Вот, гумат образуется вследствие распада органических веществ под действием воды и микроорганизмов, и кислорода. И из него получается гумат. Вот, он обеспечивает дружные всходы, повышает устойчивость растений, вот я читаю, к неблагоприятным условиям, ускоряет плодообразование, способствует развитию полезной почвенной микрофлоры. Очень хорошая вещь. Здесь вот написано состав, все тут вот есть. Вот пользуюсь уже который год уже. Не первый год пользуюсь. Очень нравится. Вот. Так что вот это вот тоже садоводам, любителям рекомендую вот это купить и иметь у себя вот в саду. Это через 5 дней пролью. И от него тоже очень хорошо растут корни. Вот, смотрите, перчики у меня как хорошо тоже взошли. Вот из на холодном подоконнике били, чуть-чуть грустнули. Сейчас я их забодрю. Вот, и поставлю под лампу. Здесь без ламп они у меня стояли. Вот об этом хотела короткое видео. В основном вот из-за этого. Показать, в каком они состоянии. И вот приготовила семена, полдня писала, вот тут все разбиралось, там еще полно. И завтра хочу вот замочить 24 сорта томатов. Это все у меня присланные от моих любимых, дорогих подписчиков. Хочу замочить по 2 семечка, буквально по 2 семечка. Вот пока замочу, пока они прорастут, как раз ближе к 1 марта, наверное, хорошенько прорастут. Завтра об этом буду снимать, как замачиваю, чем замачиваю. И вот потом посмотрим результат. Все, кто меня смотрит, кому понравилось мое коротенькое видео, ставьте лайк. Не жалейте свои красивые пальчики. Все-таки мне очень хочется, чтобы мой канал хоть немножко продвинулся. Хоть мне к пенсии, к моей, какая-то помощь, хоть какие-то там, ну, что-то так тихо-тихо, или я снимать не умею, или людям не нравится. Вот. Вам ведь ничего не стоит поставить лайк, а мне все-таки как, может быть, канал мой продвижется. Заранее всех благодарю. И большое всем спасибо моим подписчикам, кто пишет. Мне очень много пишут в личку, пишут в WhatsApp, очень много в Одноклассники пишут. Вот. Спрашивают советы. И про жизнь, и про самочувствие, и про все абсолютно. Все-таки я очень рада, что у меня благодаря Ютубу
Очень много друзей я себе нашла, которых всех люблю, ценю, уважаю очень. И очень рада я этому. Вот. Спасибо всем. Пока, мои дорогие. Пока.